Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу мод на изменение интерфейса в Майнкрафте Pocket Edition. Ну, как видите, сейчас у меня интерфейс маленько изменен. Вот так у меня выглядит уменьшенный интерфейс. Давайте даже сейчас отправимся в игру. И вы сразу замечаете, что интерфейс у меня во много раз уменьшился. Да, интерфейс я смог изменить с помощью данного мода. Все, можно сказать, изменилось. Интерфейс, даже слотов стало больше. Ну, как бы для меня стало больше. Но для того, чтобы нам изменить наш интерфейс, нам понадобится установить add-on и установить любой файловый менеджер. Или, можно сказать, зайти в файловый менеджер. Заходим в файловый менеджер, после чего находим папку Games, заходим в него, заходим в папку Comajong. Находим папку Minecraft и находим такой текстовый, так сказать, документ Advanced HUD. Открываем его с помощью любого редактора текста. И здесь мы видим первую строчку. Цифра 2. Это обозначает размер интерфейса. Доступных цифр здесь всего лишь 5. Самая маленькая это цифра 1. Но вот мы видели цифру 1, и как видите, наш интерфейс уменьшился еще немножко. Если честно, я немного неправильно сделал. Вот мы сейчас поставим цифру 5, самую максимальную, сохраним. И чтобы наш результат сохранился, нам придется закрыть блок лаунчер. Так, я его не закрыл. Закрываем блок лаунчер и обратно заходим в Майнкрафт. В обычном Майнкрафте это работать не будет. Ну вот, как видите, наш интерфейс изменился, он стал очень большим, да, мод работает отлично. Да, в моде багов я не заметил, все работает, как и говорили, без багов и вылетов. Но сейчас у меня стало все большим, это выглядит забавно и смешно. Ну кому как, но мне в данный момент не совсем смешно, так как мне придется все изменять. Ну что ж, на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.